Идем в проливе Ла-Манш. Через 5 миль будем проходить над тоннелем, который был построен еще в 1994 году между, соответственно, Англией, слева у нас Франция. Вот. Достаточно он длинный, составляет именно под Ла-Маншем 39 километров, полная протяженность 51. Тут достаточно плотный трафик, ходят паромы, вот справа с Англии идет раз паромчик. Слева у нас также идут с Франции два парома. Они не мешают. Берег хорошо, кстати, французский просматривается. Паромы здесь не мешают. Мы идем все-таки в систему разделения движения. Поэтому в любом случае они должны стараться обходить другие суда стороной, не создавать опасных ситуаций, чтобы не приходилось маневрировать, уходить. Вот. Потому что у них тут достаточно плотное, в общем, движение они создают. Вот. Сразу по два парома в одну сторону, в другую. То здесь достаточно активное туристическое, так скажем, движение. Очень много желающих и на пароме прокатиться над Ла-Маншем, по Ла-Маншу, и, соответственно, также в туннеле. Поэтому кто-то может, хочет там в Франции, допустим, в туннеле, обратно на пароме. То есть, ну, разнообразить, так скажем, свой досуг. Ну и посмотреть, все-таки впереди там у нас опять же Бискайский залив, и Атлантический океан в том направлении. Вот, тоже посмотреть с парома, пофотографироваться, это, конечно, круто. Если путешествовать, то, естественно, надо обязательно и в туннеле побывать, и на воде, над самим туннелем, чтобы было потом что рассказать. Вот, для моряков, значит, что мы сейчас расходимся с ним, у нас паром проходит 8 кабельных по носу, я за ним наблюдаю. Ну, уже больше даже, уже, ну да, там, грубо говоря, чуть больше 8 кабельтовых. Вот эти под корму немножко берут больше, подворачивают. То есть, по сути, поблажек по пассажирским, конечно же, судам нету. У них ответственность тоже очень большая. Они должны соблюдать правила МППСС обязательно. Что они, в принципе, и делают. Там, как правило, очень опытные моряки, вот, поэтому и вахту там несут не по одному человеку, там как минимум два штурмана на мостике. То есть за день, я думаю, они перевозят там, ну, не знаю, минимум 10 тысяч человек, потому что скорость у них большая, тут расстояние короткое достаточно. Ну и, соответственно, для чего эти суда создавали, чтобы зарабатывать. Поэтому они работают на износ. Вот сразу же наблюдаем, у нас и второй выполз. Тоже. Ну, 7 кабельтов будет проходить уже по корме. Скорости у этих паромов приблизительно, ну, разные они держат. Ну, допустим, этот идет сейчас 22 узла. Ну, вот. Тот еще только разгоняется. Его, кстати, тоже наблюдать. Yeah, we can make picture. If you like. Don't like picture, cookie. Ну, в общем, как-то так. Расходимся мы, значит, со всеми этими без проблем. Скоро, ну не скоро, еще через сутки приблизительно мы уже будем, соответственно, входить плотненько, так скажем, в Бискайский залив. Ну да. Вот, и будем отворачивать на Ирландию. Все, ребят, такое вот краткое видео. Путешествуйте обязательно.
таких местах надо бывать за жизнь хотя бы раз.